Всем привет. Всем привет. Ребят, мы уже в Белоруссии, в Минске. Заселились в отель, да. С горем пополам, потом все расскажем. Да, посмотрите все в видео. Главное, mm-hmm. чтобы, ну, короче говоря, границу, короче, прошли. Литовско-российскую немножко долговато проходили, потом расскажем, почему российско-белорусскую вообще быстро. Пару слов, если кто-то следом едет, то, я даже не знаю, могут попасть в такую ситуацию, что можете не рассчитаться по карте. То бишь, нам прям сильно повезло, потому что мы не поехали до Минска, мы сразу заехали, у нас было там полбака, и мы заехали прям после границы, первая заправка справа, и сразу же здесь же и заправились, и по бутерброду взяли, и вроде как бы вообще никаких проблем. Да. Вот, а сюда в Минск приехали, я понял, это головняк здесь. В отеле не смогли рассчитаться, и снять не смогли. Не смогли. И одна бабушка подошла такая, говорит, что, не можете снять? А это вот, вот все так вам, вот вам. Это вы виноваты, напали на Россию. Ладно. Мы, короче, пошли спать. Видео сейчас, не знаю, получится, нет. Ну, самое главное, мы живы-здоровы, до Минска добрались. Ждите информации. Угу, всем добра.